Виталик всегда был на передке, всегда. Будь то какие-то учения, вне зависимости, что он старшина роты. Это был настоящий старшина, настоящий батя, хоть и молодой. Мог вести группу, мог сесть за руль, мог выполнить любую задачу. Он был человеком с большой буквой, старшиной с большой буквой, защитником своего отечества с большой буквы. Вот он герой, настоящий герой. Вечная ему память. Це був бій близько 10:45-11:22:01 поблизу населеного пункту «Спартак» та Донецького аеропорта. На нашій позиції пішов контрнаступ противника. В ході цього бою він загинув. На нас тоді пішли і танки, і бойові машини, і мінометні обстріли, було все в одному. Він був поранений, упав в кому, наші медики надавали йому допомогу. Дуже велика втрата. Я вам навіть скажу, що його замінити на цій посаді, яку він займав, я навіть не уявляю ким, тому що людина дійсно була незамінна. Очень тяжело, когда погибают сейчас наши военные, которые... Просто я вижу на передовой, как ребята воюют. Понимаете, для меня все они герои. От солдата до, не знаю, до полковника. Все герои, которые находятся на передовой, и поэтому не проститься нельзя было не прийти. Я очень прошу людей, обращаясь к ним, что давайте будем помогать нашим ребятам, кто чем может, потому что мы должны остановить это все. Только благодаря помощи наших людей, неравнодушию наших людей, мы можем отстоять нашу страну и можем победить нашего врага.